С вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о очень полезном канале, который пригодится всем, у кого есть устройство на операционной системе Android. Я случайно на него наткнулся, сразу же и на него подписался и поставил лайк на то видео, которое мне понравилось, по которому я его нашел. А на данном канале вы можете узнать информацию про Android, его программное обеспечение, установка и обзор программ для Android, тонкости настройки Android устройств. Видео очень много, рассортировано по листам, все очень удобно. Вот, допустим, я нажимаю интернет-коммуникации, и тут очень много полезной информации, которая будет интересна даже тем пользователям, которые все уже про Android знают. Допустим, как избавиться от SMS-спама на Android. Даже я, допустим, не знал. Как избавиться, допустим, пароль от Wi-Fi в открытом доступе. Все тут есть. Сам обзорчик данных приложений, данных этих, очень все понятно объясняет, и мне очень понравилось. Я собираюсь обязательно просмотреть все видео, потому что многих вещей я про Android не знаю, а в его видео я многие вещи узнал и собираюсь все видео посмотреть до конца. Поэтому я всем своим подписчикам советую подписаться на этот очень крутой канал, потому что реально очень редко такие крутые каналы вообще на Ютубе можно найти. Ну вот я хотел бы вам о нем рассказать. Не забывайте на него подписаться. Ну теперь непосредственно перейдем к обзору новой игры, которая называется Checkpoint Champion. Она представляет из себя гонку. Кстати, все на русском языке, очень все красиво, кстати, тут сделано. Различные автомобили, на которых мы сможем с вами гонять, у них у каждого автомобиля с определенные параметры. Давайте непосредственно перейдем к самой игре. Нажимаем миссии. Нажимаем первую миссию. Давайте начнем с третьей. Вид будет сверху. Как осуществляется управление в данной игре? Мы вот так нажимаем на левую сторону, он поворачивает налево. Направо, направо. Если мы нажимаем синхронно две кнопки, левую и правую держим, то у нас происходит ускорение. В данной, так сказать, миссии нам нужно собрать все вот эти вот звездочки за определенное время. Мне, к сожалению, не получилось это сделать. У нас есть ровно, сколько там, 11 секунд, сколько. Так, если у меня может получится это сделать. Ай-яй-яй-яй. Ну, что-то уж больновато, сложновато. И я прохожу третью миссию. Интересно выполнена сама игра. Достаточно удобное управление. Эти эффекты и звуковое сопровождение тоже не подкачало. Мне прямо очень сильно нравится данная игра. И вам тоже советую в нее сыграть. А теперь по поводу плюсов и минусов данной игры. Ну, плюсом я считаю графику, управление, ну и все в принципе. Из минусов, ну, сами уровни могли сделать и получше, хотя я понимаю, что это специальный двухмерный стиль разработчика, да, который специально так сделал, но могли сделать какую-нибудь более трехмерную графику. А с вами был Android Androidыч, ставьте лайк, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.